Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Всем привет! Снимаем Сидней, как обычно, очередные прогулки по этому городу. Куча людей, смотрите, классно. Это Алинка бежит, он впереди кушать хочет, убегает просто на всю катушку. Нам налево, нам сюда. Она злая, кушать хочет, видите? Небоскребы. Мы ищем сейчас индийскую кафешку, чтобы покушать, так как мы фанаты Индии. Живем вот Мэритон, здесь же мы живем, только в другой небоскреб. Мэритон называется. Наше жилье. Хорошее место, рекомендуем. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Магазин 7-Eleven. Знаменитый. Девушка матерится на меня, сидит. Так, пойдем сюда. Ты видел, там девушка матерится просто всех. Сидит такая, you fucking, fucking. Все, ты вообще злая. Негатив вокруг притягивает. Небоскреба. Так, вот у нас Питт-стрит. Где-то тут эта кафешка была. Сейчас мы ее найдем. Всем привет, кто подключается. У вас есть уникальная возможность почувствовать себя австралийцем просто. Вот так вот мы идем просто по улочкам Сиднея, прям в самом центре, где куча небоскребов, людей. И вы просто это можете видеть нашими глазами. Здесь вот ребята стоят какие-то. И это прикольно, вот такси такие. И мы среди небоскребов просто, видите? Просто высотки над нами. Это прикольно вообще. Какой-то магазин, а лофт. Сидней вообще считается типа одним из самых свободных городов. Тут вообще народ делает, что хочет вообще. Куча всего.